вами канал улицы Москвы. Гуляем в окрестностях Верхней Масловки, улицы Мишина и Петровского-Разумовского проезда. И здесь вот между ними проходит переулочек под названием Коленчатый. Ну, он действительно, если посмотреть на карту, будет в форме такого колена. Мишина, которая как раз его разделяет, вон еще сохранилась старая табличка на этом доме. Так, улица Мишина как раз разделяет этот переулочек на две части. И вот такое вот словно бы колено, да, тут. Оп. И туда дальше. Сейчас мы где перейти найдем. Вот, машину надо искать. Давай, где надо, перейдем тогда. Все равно переулочек маленький, торопиться особо некуда. Так тут уютненько довольно-таки. Внутри жилого микрорайона, вдали от оживленных улиц. Узенький переулочек, конечно, чтобы не разъехаться. Так, ну и вот заканчивается он здесь, у Петровско-Разумовского проезда. Ну и здесь же мы будем заканчивать наш выпуск. Yeah.